Так, я. Таран номер 48. Let's go. Damage up. Stitches. Ты идеальная. Иисусе соки Stitches. Это вакер. Фармайтом. Любимые фармайтовы. Так, палец взрывает бочки, осторожно. Че, по-моему, Стич сломает это? Костры. Синие, да, по-моему. Тоже неплохо. Даже дамажит контактно, это же прикольно. Уф! Вот спиддаун, ну-ка. Ай, бля, там было двойное сердце, ну ладно. Тут, полагаю, нет ничего такого интересного. Тут сокрум, наверное, нету. А! Он не пролазит, да? А, пролазит, окей. Не пролазит. Тут бомба, может быть. О! Я сундук не открыл. Мемно. Так как я сундук не открыл? Интересно. Это мем. Вот это мем. Тут сразу открыл, окей. Ту-ру-ту-ту. Нет, камень не ломает. На камне нельзя, короче, телепортироваться. Просто. Там активка ничего не делает, когда на камнях. Активка блокируется. Да, мальчик ломает тоже. Ломает все подряд. Окей. Не нажимай. Не надо. Окей, пошли дальше. Что было в магазине? Нет, две бомбы есть. Я в теории могу попробовать это сделать, но это прокатит. А, тут кирка и... Ага. Понял. Понял, принял. Херня. А, шопкипер, это правда. Шопкипер. А. Купон. Ну, все-таки, наверное, нет. Все же, наверное, нет. Я не видел. Подожди, где вторая секретка? Я тут взрывал. Тут не может быть, да, ее. А, она тут снизу. Вот она. Вот она где. Не здесь, ладно. Урны нет, урны тоже не ломают. Урны камни не ломают. До такого еще прогресс не дошел. Тама была. Тама это где? Все, одна бомба осталась, поэтому уже не актуально. Не буду я уже ее искать. Терять хорошо. Кайф. Там большая рума же там, типа. Заебешься искать там.
not like this. Что случилось на волк? Почему not like this? Бля! Ладно. Да аккуратно, господи, я чуть в него не заехал. Фак. Фраги. Страница фучера давала старт опера. Опера. Это уже странно звучит. Упс. Древнейший опер, ну хотя бы не интернет-эксплорер. Все уже не так плохо. Хотя, может, новый не такой плохой? Ну, сомневаюсь. Он теперь же называется, да, Edge, по-моему. Может, он теперь и не говно? Ну, вряд ли. Норм, кстати. Я уже, наверное, не поверю в такое. Клон хрома. Да нахера он нужен? Магаз, да, ща все будет. Шо вы елозите? Ща все будет. Шо вы все переживаете? Все я сделаю. Торопливый чатик. Куда-то чатик, куда-то все торопится. Мы ж не спешим. Так, это ломает телескоп. Чё, спидранеров? Книжка не. Давайте попробуем хотя бы шанс ставить на ангела. Дамоклус? Нет, Дамоклус точно нет. Точно отказано. Заряд за деньги. Звучит полезно. Да уже был, да. Был уже старт. Вчера или позавчера был старт с этим, с мечом. С мечом, который, короче, мирим нож, меч, и который Дамоклус. Там было два меча на старте. Я его даже нажал, потому что кошка была на втором этаже, и я сейчас тут зажмусь, потому что... потому что стример долбил. Ну-ка. Ничего страшного. Я спас себя сам. Из этого положения. Из столь незавидного положения. Сам себя спас. Так, бомбы забирать. Ага. Тик. А, сюда пошли. Я хер знает, откуда я прилетел. Вообще без понятия. Можно ходить.
Бля, я даже его не убил. Грибы жесткие. О! Легкие деньги. Идеально. С маслом, кстати, возможно. Масло вроде тоже не видал с этим тринкером, с этой активкой. Изи въебут всех ключей, ладно, один ключ остался. Хорошо. Ну типа там не софлок, там, наверное, можно исправить, наверное, этим. С севенкой-то можно исправить. Но в теории, да. В теории похоже на софтлок. Если активка реально там останется. Звучит логично. Ой, я вернулся. А. Бойся меня, тварь. Бойся, бойся. Это страшно, но я попробую. Я справился. Жаль, не было бомбы. Тролль. Таблетку я искал не таблетку, а что-то более полезное, окей? Таблетка мне это нахер не нужна. А вот и магаз. Понял. Это работает же, наверное, работает. Скорее перезаряд, полагаю. Надеюсь. Скорее перезаряд. Батя. Тоже полезно. О, это работает. Слушай, это охуенно работает. Фига там какой быстрый перезаряд. Убить торгаш? Бля. Тут убью. Подожди. Плюс деньги. Жестко можно уебашить этой активкой. Вообще очень быстрый перезаряд. Кусачка, я в ней не был. Блять, я не знаю, где она, я заебал. Я ненавижу эти ебаные лост даже. Хочу. Ненавижу Curse of Lost. Я потеряюсь опять там. Найс, что-то спит. Пробуйся, там тебя не перекинет. Активка не нажмется, актив. Где эта хуйня? А вон. Я кого-то оставил? А, блять, я их реально оставил. Ох, это заебывает уже. Все долго делается. Миллион юзов. Омега фарминг сегодня.
Этот фарм мерзкий. Надо много тыкаться. Много кнопок тыкать. Всего за 100 рублей, Майк. Немножко херни в уши. Херни в уши это всегда пожалуйста. А, реально херня в уши, потому что это же Клава Кока. Вот, вот насколько херня в уши. Окей. Бенгер. Найс, ему вот мост зачем? О! Бля, подожди. Я думал, всех убьет сразу. Окей. Кёрс Рома. Подожди. Сейчас я ее вижу. Пока вижу, надо это. Реквест это Майк заказал нам. Не открывает, реально. Не открывает, обидно. Так, я не был еще в аркаде. Сейчас магаз, айтем рума. Фига прыжок! Вот, вот такая хуйня меня и убила тогда. Вот такие прыжки и были. Помню, помню. Прыгуны, блин. Где он? Иди сюда. Блять, это был тирсдаун, серьезно? Это то, что я не съел на том этаже, да? Там же такая же была таблетка. Это было неизбежно, да? Это было неизбежно. Это было написано судьбою. Это было неизбежно. Классная надпись. Да, уже врубил, врубил. Музыка, не знаю, Майк нам заказал музыку праздничную. В честь... А, сегодня же праздник! Сегодня же День России, да, по-моему? Господи. Я никогда это не запомню, что сегодня День России же. Этот новый праздник. Новый. Уже не сильно-то и новый. Всех с Днем России. Поэтому слушаю сегодня Клаву Коку. Потому что праздник. Праздничная музыка. Так, все, все, хватит, хватит кринжа. Коверкать не надо страну. Проебу сделку, я не хочу сделку проебывать. Бамба, отъебись. Бамба, бомбина. Похуй. А. Сделка.
Вот это называется сделка, да? А почему? А потому что. Ладно. А потому что охуительная рума с боссом. Поэтому вход хер пойми где. И опять был бы прикол, наверное, с этим. С туалете очередной, которого бы не было. Из-за этого гениального геймдизайна румы. Карты. Жажмент. Бежать! Упс. Так. Где ты, господи? Когда я, блядь, не вижу. О. Это хорошо. А, да, ага, угу. Да. Триплшот и вся херня. Я тут? Не, я не тебя еще, я искал этого. Придурка на активке. Почему не иду в комнату сокровища? Потому что в магазине есть айтем, который называется More Options. Если я его куплю до похода в айтем рум, у меня в айтем руме будет 2 айтема на выбор. И это будет выгодно. На это шанс теперь маленький. Но. Но! Шанс больше нуля, поэтому... Бля, только не дай бог сейчас будет шанс считать нахождение More Options в магазине. Что я сказал? Зачем это сказал вслух? Зачем я сказал слово шанс? Нет, не надо считать шанс получения More Options в магазине. Делать не нужно. Так, где магазин? Магазин где-то запихали. Блин! Странный кротопоезд. Какой-то дикий кротопоезд попался. А, я забыл, да. Я, кстати, про это говорил в начале рана. Пегамичка. Я только сам про это говорил в начале рана. И сам забыл. Уф, уф. Отпусти. Ага. Опять клевый тринкет, ага. Коробка. Коробка, наверное, нет. Костры, прямо тэпаешься на костер, и он прямо его тушит тобою. Такая веселая механика у этого есть. Ай, это хрень. Для Войда нет. Без Войда неинтересно. Сундуки в чест? Не. Не хочу. А вдруг они поломали эту механику? Не, вроде я проверял. Или не проверял, бля, я не помню. Донать нет, там еще этаж один. Денег уже хватает в машине, чего уже донатить. Там уже денег нормально накидали в машинку. Машинка уже не в обиде. Господи, у меня 8 контейнеров красных, сука. Контракт? Да, я знаю. Только там теперь же, по-моему, лимит, нет? Где там лимит на айтемы?
Я вот не помню, по-моему, там. Или там лимит на все что угодно, по-моему, 10 штук. Коробку можно запихать. 10 сундуков, ну вот да, типа больше-то не это. Больше не прокатит. Не, ну в принципе, наверное, блин. Ну, блин, это стичес прикольно, это с ним еще фармить можно, блядь, еще до конца рана. Типа вот всякие расулы можно фармить, костры фармить, телефражить. За. Что-то мне эта активка понравилась. Нормально с ней можно жить. Стал как одаренный идем стрикер. Ладно. Не, в этом лимит просто 10 на чего угодно в коробку. Больше не запихаешь. Пикапы вроде тоже там учитываются. Как же мне похуй? Почему так похуй? Неужели я не могу умереть в этом стрике? Это странное ощущение бессмертия опять. Ах ты крыса! Хоуминг. Конечно, блядь, хоуминг. У меня нет хоуминга. Ну ты тварь. Какой нахуй паук, умри. Сука, еще и пауки троллят. О, давать фору? Кому? Грегом? Начинающим иденстрикером, подающим это? Надежды? О, диплопия. Лопе. Аркада может. Ой, аркада, господи. Два из-за карта можно сделать. Оу. Погерс. Ладно. Ладно. Давайте сделаем просто вот так. Или нет? Диплим сердце. Ну, плюс ангела, он нормально. О, это фолклер. Кайф. Отпусти меня, тварь. Ты взрывал? Нет. Ну, если это не ангелы, тогда я не знаю, что такое ангелы. Если это сейчас будут не ангелы. Типа, сакет будет говно. Мультиплееры одинаковые не стакаются. Хотя, подожди, или они это поломали? Да не, быть не может. Они ж не долбы, они ж не стали это ломать. Одинаковые... Мультиплееры не стакуются, там просто будет минус тирейд двойной. Это ты получишь. Сакет харда. Два раза минус нахуй весь тирейд. Это тебе дадут, по идее. Поздравления, какие поздравления? Я сейчас, по-моему, все проебал. Это был 7 чар VR и 1 чар VR. По-моему, теперь остался один силит, наверное, VR остался, то, по-моему, ненадолго там китайцы. Делают вещи. Только им пока не дают это, по-моему, это. Сабмитить. Там скоро будет 0 VR. Давай, стали. Тебе удачи. Удачной субботы. Полароид. Не, ну такой ангел, конечно, может было, наверное, не прокать. Тварь. Блять! Ёбаный ты урод! Не запушил.
Мастер-чар ребёс никогда. Нет. За этом говно. Называется Breath of Life. Самый бесполезный этом в истории. Ладно, полезный для фарма, но очень сомнительного фарма. Трогай кек. Трогать не надо, оно само удаляется на сделках. Там можно не трогать. Скорости маловато. Немножко неудобно. Направо. Ветерок не фармит грех отпускательницу. А может быть фармит? Кстати, да. Но типа это долго пиздец, и там проебаться можно, поэтому не знаю, стоит того это вообще или нет. Этот фарм, ёб твою мать. Господи, чё, блядь, за комнаты? О, пони. Га-га. Получается пройдено. Это. И так было, помню, теперь совсем пройдено. Теперь уж она без вариантов, я думаю. Да, проебал сделку, мне вообще поебать. Да, и той лошадь ебучей, пошли уже отсюда. Все, нахер этот ран. Мистер Фьючер, что мистер Небо Леса? Что такое? Мне направо опять, походу. Найс, камни. Боже. А, у меня же 9 вольт опять, господи, опять лошадь на все румы. Хек. Это хайп. Это не хайп. У меня же 9 вольт. Потрясающе. Потрясающе. Аккуратно. На... Нету камней меченых, да? Красиво ебанул. Уф. Уф! У-у-у! Прокатило. Только сделать нет. Ну ладно. Ну то прокатило. Господи, Скайфолл, ты что, там пьяный, что ли? Чё это, блядь, за ставка? Wait. Это фармец. Feels like I'm walking on sunshine. А чё Либра челика удалил? Опять чат не успеваю читать, чё там происходит? Бля. Yes, I did pay out confessional. Like 2 days ago. Got it even on the first try. It was the first time to happen. It gave me... Monster and I think. What the f... What the fuck, it doesn't work? I pressed active button, what the fuck? This game trolling again. Nice. Чё я... Да! Я ударился в эту хуйню. Понял.
завис. Давайте почилим маленько. Чуть-чуть почилим. Монстр улетел. Не видит меня. Эйзи. Ох, я подожжу упал. Старс, наверное, да. Наверное, да. Уф! Вообще всего раскидало. Да! Найс тайминг. Слегка проспал. Ну, хочу хороший телепорт. Хотелось бы. Хотя... Ой, не, это аж полное говно. Не. Типа плохой телепорт. Ну, максимум 1-2 румы мимо, но это не страшно. Я ебал такие этажи фармить. А, ну и... Естественно, это будет худший телепорт из возможных. Естественно. Как бы я ничего другого и не ожидал от этой ебучей игры. Куда она еще может запихать? Конечно же, блять, в эту руму. Это, блять, шок. Давай. Рассчитал. Тир нахер. Блед. Ну ладно. Уф. Проскочил. Опа. Нормально. Эй. Слышь, отъебись от пони. Пони хорошая там. Хуя, у меня там скорость без пони. Неэффективно. Бля! Ладно. Потом еще рум. Хера рум. Куда ты ускочил, мудак? Сука, спрятался, а? Ну-ка. Блять, гениально опять. Куда я нахуй полетел? Почти. На, съешь. Нормально. Это чаба распирает на миллиард хп. Классно. Тоже будет хп или нет? Или только с одного? Одного маленько дали.
Уф, найс. Ты же... Окей. 148.